Настоящая женщина не гонится за счастьем. Она вообще ни за чем не гонится. Бег за счастьем – самый популярный и самый глупый вид спорта. Она плывет по жизни, всегда находясь в сегодняшнем дне. Потому что настоящее – это самое интересное и важное из того, что занимает ее внимание. Нет, конечно, настоящая женщина имеет планы на будущее, но она не откладывает жизнь на завтра. Быть настоящей женщиной – большая привилегия, и она это понимает. С трепетом относится к тому факту, что родилась женщиной, и видит в этом особую ценность. Настоящая женщина культивирует в себе женственность на всех уровнях – внутреннем, ощущения, чувства, мысли и внешнем – тело, одежда, поведение. Настоящая женщина живет в своем темпе. Когда вы живете слишком медленно, у вас нет ощущения, что это жизнь. Когда живете слишком быстро, вы не успеваете почувствовать жизнь. У каждого из нас свой темп существования. Настоящая женщина хорошо знает и чувствует его, и живет в соответствии с ним. Настоящая женщина у себя на первом месте. И это не значит, что она эгоистка, черствая, равнодушная или циничная. Просто она знает, что за чрезмерным желанием заниматься другими людьми скрывается страх жить своей собственной жизнью. Настоящей женщине интересна ее жизнь. Она никогда не теряет ощущения ценности своего личного пространства, но при этом способна на поддержку, помощь и участие в жизни других людей. Настоящей женщине не нужна зачетка для общественного мнения. Она разрешает другим людям оценивать себя так, как им того хочется. Знает, что миссия понравится всем глупа и невыполнима. Настоящая женщина работает над собой, но никогда не делает этого для того, чтобы заслужить чье-то одобрение. Она делает это из любви к себе. Настоящая женщина не преодолевает препятствия, а обходит их. Бороться – это удел воинов. Настоящая женщина делает ставку не на силу, а на гибкость. Препятствие для нее не враг, а ребус, который надо разгадать. Она знает, что у всякой ситуации есть не только сложное, но и легкое решение, и владеет искусством выбирать нужное место и нужное время для своих действий. Настоящая женщина не разыгрывает драму, как тяжела моя жизнь. Даже когда у нее действительно большие нагрузки, настоящая женщина находит время, чтобы восстановиться и хорошо выглядеть. Она не будет разыгрывать из себя жертву, потому что знает, обстоятельства сложны не сами по себе, а в силу ее отношения к ним. Одиночество для настоящей женщины – это подарок. Свои периоды одиночества, если они есть, настоящая женщина ценит и любит. Она не стремится втянуть в свою жизнь случайных знакомых или мужчин, лишь бы не остаться наедине с собой. Быть наедине с собой – это благо. Лучшее время для того, чтобы восстановиться, наполнить свою жизнь спокойствием и глубиной. Она любит свой возраст. Всегда. Настоящая женщина живет в своем настоящем реальном возрасте, пользуясь всеми его преимуществами. Она не рассказывает себе истории о том, что в этом возрасте что-то уже поздно или еще рано. Это философия, оправдание для тех, кто использует годы для прикрытия своих страхов или внутренних запретов.